Здравствуйте! Сегодня у нас вот на просмотре проигрыватель винила Torrens TD-280. Вот. Вот он у нас такой вот. Поднимаем крышечку. Сейчас ставим пластинку. Работать он будет сейчас у нас с предварительным усилителем Macintosh MX-112. Посмотрим, кстати, как фонокорректор. Но пластинка старая, тут, конечно, некорректно можно все это слушать. Вот, потому что сейчас мы просто ностальгическую музыку слушаем. Музыка из фильмов. Вот. Значит, ставим на 33 оборота. Вот у нас тонарм поднес. Выводим из этого. Значит, ставим на пластинку. Включаем пуск. Давайте пыль до статику снимем сейчас. Ну и посмотрим, что у нас сейчас будет играть. Послушаем музыку. We found the way.
Thank you.
Ну вот, видите, вот так заканчивает он работу. Отводим обратно. Можно включить стоп, можно не включать, уже ничего не будет работать. И следующий пуск просто нажимать вот здесь на старт, на кнопку. Ну, на этом, пожалуй, все. Музыка действительно была хороша, но проигрыватель можете оценить сами и как работает вот этот здесь встроенный фонокорректор с двумя входами. Ну, на этом, пожалуй, все. И скоро увидим еще кое-что новое. До свидания и до новых встреч.